Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости моего канала. Я очень рада вас видеть у меня в гостях на моей кухне. Сегодня к чаю я буду печь кекс на сгущенном молоке. Мне понадобится, конечно же, банка сгущенного молока, мука, яйца, растительное масло, разрыхлитель и ванильный сахар. Присоединяйтесь, будет вкусно! Духовку я уже включила разогреваться на 180 градусов. Яйца взбить до пышной пенки. Сюда же добавляю сгущенное молоко, растительное масло и ванильный сахар. Смешиваю муку с разрыхлителем. Просеиваю и все вместе хорошо перемешаю. Выпекать кекс я буду вот в такой силиконовой форме. Ее смазывать не надо, а можно выпекать в любой другой. Квадратной, любой круглой, которая предназначена для выпечки торта. Единственное, что должно быть, это обязательно форма должна быть высокая, потому что кекс получается очень высокий, у него очень хороший высокий подъем. Высота формы, в которой я сегодня буду выпекать, сейчас я померю, 11 сантиметров. Я, наверное, сегодня испеку кекс двух цветов. Разделю тесто напополам. Вы можете, конечно, это и не делать. Можно вот просто испечь вот так, как есть это тесто. Но я хотела бы немножко, чтобы внучатам было интереснее. Поэтому сделаю с пищевым красителем еще. Выливаю тесто. И перемешиваю его обыкновенной китайской палочкой. Вот такими круговыми движениями. Все, достаточно. Сразу же отправляю в духовку выпекаться. Дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. А на сегодня я прощаюсь с вами. Желаю вам приятного чаепития. До новых встреч. Пока.